Братишка, от души поздравляю тебя с днем рождения. Самое главное – здоровье тебе и исполнение того, чего ты запланировал. Я очень скучаю по тебе, мне тебя очень не хватает, и я тебя очень люблю. Мне очень хочется, чтобы все у тебя было хорошо. Желаю, чтобы ты также почитал, уважал, любил своих родителей и всех-всех нас, потому что мы тебя очень любим. Ты играешь, ты считаешь, что тебе нельзя дружить с сестрой. Убегаешь, улетаешь, каждый вечер ты теперь с другой. Не могу тебя совсем забыть, не могу совсем тебя простить. Каждый вечер жду тебя домой. Но ты уже взрослый, другие пластинки, другие вопросы. Твои девчонки как с картинки, но ты уже взрослый. Ты вовсе не хочешь слушать старших, все очень непросто. Ты все знаешь сам получше наших. 100 вопросов, 100 ответов. Что же в жизни для тебя важней? Убегаешь и не знаешь, сколько мама не спала ночей. Кто сейчас с тобой, где ты сейчас? Может, ты совсем забыл о нас? Каждый вечер ждем тебя домой. Но ты уже взрослый, у нас в квартире другие пластинки, другие вопросы. Твои девчонки как с картинки, но ты уже взрослый. Ты вовсе не хочешь слушать старших, все очень непросто. Ты все знаешь сам получше наших. Я сама не понимаю, что с тобой случилось, младший брат? Стала жизнь твоя другая? Кто же в этом, кто же виноват? Ничего поделать нам нельзя. Не враги мы, но и не друзья. Только все же жду тебя домой. Но ты уже взрослый, у нас в квартире другие пластинки, другие вопросы. Твоя Рузанка как с картинки, но ты уже взрослый. Ты вовсе не хочешь слушать старших, все очень непросто. Ты все знаешь сам получше наших. Алло, привет, Жень. Юля, мама дома? Сейчас позову. Нет, не надо. Скажи ей, что я не приеду. А когда ты приедешь? Не знаю. Но ты уже взрослый. У нас в квартире другие пластинки, другие вопросы. Твоя Рузанка как с картинки, но ты уже взрослый. Ты вовсе не хочешь слушать старших, все очень непросто. Знаешь все сам получше наших.